Ну а прямо сегодня вы просто будете в шоке. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе. И прямо сегодня разработчики нам показали очень жесткий инсайт обновления 0.16.0. Так что присаживайся поудобнее, а мы начинаем. Ну и в честь таких хороших новостей хотел бы вам разыграть данный Керамбит Юниверс. Чтобы получить, мне надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий, плюс твой. А сейчас, наверное, задумались, типа, во-во, Кент ПК, а че ты решил снять видосик про обновление? Ребят, так, ну, не я-то решил. Это разработчики сделали вот такой вот пост. Давайте прямо сейчас переместимся в их группу. Прямо сейчас мы, ребятки, видим вот эти вот три смайлика. И вы скажете, а что же это значит? И я вам скажу, да я сам не знаю. Да ладно, шучу. На самом деле, ребята, это отсылочка к новому музыкальному сопровождению. И прямо сейчас мы прослушаем. И для этого нам обратно надо перейти, знаете куда? В этот раз в ТикТок. Так, так, перешел я в ТикТок. А, так это же мой ТикТок, а, ну да, почины. Подписывайтесь на мой ТикТок, посмотрите. Каждый день выходит минимум 2-3 видео, плюс 3-4 эфира. Куча всего, это мой ТикТок. Пишите в поиске Кента ПК Топ и найдете меня. Я даже, ребятки, уже успел записать реакцию на ТикТок разработчикам. Ну что, смотрим. Для этого мы, ребят, перешли в их официальный ТикТок. И прямо сейчас просто слушаем. Ну что же, давайте смотреть. Для начала хотел бы немножко посмотреть, рассказать, а после этого уже послушать. Первое то, что я вижу, надпись soon. С английского это означает скоро. Что же я вижу дальше? Я дальше вижу новую форму. Что же это за новая форма? Вам всем интересно, да? Так вот, это та самая новая форма, которая будет на новой карте Stand-off 2. Я думаю, уже ни для кого не секрет то, что в нашем с вами стендофе в обновлении 0.16.0 будет новая карта. Так вот, в новой карте будет вот такое вот амбудирование у спецназа и у террористов. Я считаю, это очень круто. Знаете, вот как на зоне 9 такая оранжевая форма, то на этой карте будет такая темноватая форма. Я считаю, это реально очень классно. И разработчикам за это большой респект, потому что, ну, елки-палки, ну хоть что-то нормально выйдет. Ну а теперь я предлагаю послушать загрузочную музыку, которая будет на этой же новой карте. Ну что же, Иванушка, Сысю, большой тебе респект. Давайте слушать, поехали. Честно говоря, даже не знаю, как оценивать музыку, как на нее реагировать. Ну, прикольно. Но я как бы без музыки играю. Ну да, новая музыка, но как бы... Да все равно, камон, новая музыка или старая? Прикольно, это музыка к новой карте. Но самое смешное, это комментарии к этому трейлеру, давайте их почитаем. Вот она глобальная обнова, которую мы заслужили, поменяли музыку. Пойду бахнуть за такое. Вау, вот это музончик, может себе на рингтон поставить? Челы, новая модель, значит новая карта. На зоне 9 вышла карта и новая модельки. Ну да, хоть один адекватный комментарий. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, видим лучшую реализацию обновления 0.16.0. Ну что же, первое, что я вижу, это, ребятки, новая коллекция. Ну, я скажу так, пока что очень даже под вопросиком. Ну что, давайте смотреть дальше, посмотрим, что и как. Потому что мне, ребята, честно говоря, самому интересно. Так, 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 так. Я вижу граффити бой. Да, ребят, мы все с вами ждем граффити. Тут они есть, это очень хорошо. Но, ребята, хэштег разработчики, быстрее добавляйте граффити в игру. Ох, ничего себе длинный хэштег. Так, ну что, смотрим дальше. Смотрим дальше, так, так, так. Кейсы, все то же самое. Так, прямо сейчас мы, ребят, вводим секретный промокод. Я говорю сразу, он не рабочий. Не пытайся ввести, если у всех хватает ума, да. Промокодик, и что же дает этот промокод? Он дает. Так, вы еще просто будете в шоке, потому что данный промокод код дает нож-скелетон. Пацаны, это просто что-то с чем-то. Новый нож-скелетон, да это же просто пушка. Обязательно вылепите за это лайк, подпишитесь на мой канал. Ну что, смотрим дальше. То есть мы уже видим граффити, новый нож-скелетон. Мы можем осмотреть, можем применить. Прямо сейчас мы его осмотрим. Это, ребята, Evolution Collection. То есть, ну, прям очень-очень круто. Честно говоря, вот я бы вместо кунай-ножа, я бы играл бы скелетоном. Так, граффити-жой, граффити-жой. Ну, тут, ребята, все по дефолту, это, грубо говоря, ваши граффити. То есть вы выбиваете какой-то граффити и можете на стенку его просто-напросто приклеить. Так, смотрим дальше. Сейчас, ребята, увидите самое-самое главное. Вот прям-прям внимательно смотрите. Мы видим правила. Вы спросите, что это такое? Ну, прямо сейчас я вам все расскажу, все покажу. Давайте внимательно смотреть. Правила игры. Мы можем выбрать лимит игроков. Дальше можем выбрать количество раундов. Дальше можем выбрать время разминки. Возможность ничьи. Ну, я вам скажу только одно.
Да это же охренеть как нужно. Вот в дуэлях один на один. Ну, разве вы не хотели бы, чтобы разминка была еще короче? Я хотел бы, чтобы вообще ее не было. Или, например, чтобы раундов было 15. Или возможности смены сторон. Ну, ребят, это реально было бы очень круто, очень классно. Я считаю, что надо добавить правила в стендов 2. Так, что же мы с вами тут видим? Ага. Да. Это не шутка, это не сон. Новый режим заложники. Опупеть, у меня нет слов, потому что это прям нереально круто. Смотрим дальше, кайфуем, наслаждаемся. Так, ну что, ребята, прямо сейчас, как я понимаю, будет скорее всего граффити. Да, у нас граффити жопа, все его запомнили. И, опа, граффити есть? Есть. Круто, ну елки-палки, ребят, ну как тут лайк-то не поставить? Авторы этой реализации обновления, вы большие молодцы, ссылочка на них есть в описании. Ну что же, а мы идем дальше. Ну а теперь поговорим, ребятки, немножко о самом важном. Первое, о чем хотел бы сказать, то что мы все ждем трейлер. Но кое-какая инфа проступила, то что у трейлера, возможно, не будет, и вместо трейлера был этот саундтрек. Что же это означает? Если трейлер не будет, значит обновление будет уже на следующей неделе. Но если трейлер будет, то означает, что обновление выйдет через неделю. То есть в течение 2 недель должно выйти то самое глобальное обновление 0.16.0. Там, где будет новая карта, там, где будет новая коллекция, там, где будет новый кейс, там, где будет новый нож. Так что, ребята, если вы ждете новое обновление, прямо сейчас прожимай лайк, подписывайся. И я вам скажу, что надо скупать и как правильно готовиться к обновлению. Ну что же, то, что я скажу дальше, основано всего лишь на моих догадках. Но поверьте мне, то, что в 9 случаях из 10 я оказываюсь прав. Ну что же, смотрим. Для начала мы, ребятки, переходим в магазин и мы видим какой-то кейс, который будет убирать. И, скорее всего, это будет, да-да-да, это будет Furious кейс, потому что, ребята, Origin кейс убрали, получается, ровно год назад. Так вот, прошел год, и сейчас должны брать Furious кейс. Но помимо Furious кейса, у нас есть Rainbow Sticker Pack. Этот стикер пак, ну, это просто трындец, ему уже миллиард лет, он уже тоже всем надоел. И я вам скажу только одно, я себе закупил Furious кейсы, вот прямо сейчас, смотрите, скупил себе Rainbow Sticker Pack'и. Потом, ребята, когда все это выйдет на рынок, я кусать локти не буду. Я разбогатею, так что мой вам совет, повторяйте за мной. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока. Ну а если вам нужен дизайн для вашего YouTube канала, то рекомендую группу под названием Design Standoff 2. Самые дешевые цены. Ссылочки есть в описании, переходи, заказывай, если скажешь, что от Кента, то получаешь хорошую скидку.